Всем привет, hello, здрасте, с вами X-Rayton, зачем я говорю, не знаю. Сегодня мы с друзьями в Дискорде, я им показываю демочку, ну там как все по дефолту, я открываю, короче, кейсы и новые лучшие капсулы. Может поздороваться? Нет. Нет? Ну ладно. А второй друг из Дискорда будет здороваться? Он замучен. А. Значит, он поздоровался не так. Так, мне там второй друг Дискорда говорил, что нужно открывать. Человек, который не поздоровался, и вайпер. Он сказал, третий ключ и первый кейс. Это мы этим его открывать. Ну, что там будет? Что красиво, о. Красиво, хорошо. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Я открыл. Я открыл третий ключ, первый кейс, как ты говорил. Ну уж нафиг, да? Открывай. Открывай. Первый решающий именно ключ. Первый решающий. Первый решающий ты. Так. Это Гриша, да? Здравствуйте. Гриша, да, я записываю видос, поэтому покрасив себе видео. Так, поехали дальше. Третий раскрываться. Как будто перчатки. Зашел домой 2-3 раза, 4 раза. Первый он просто дарил. И куда не перчатки, Андрей, ух ты. Да, красненькая. Беленькая. Блять, отдать ногу. Ну слушай, не синенькая, уже моя тактика работает. Давай, ДЗ. Но сейчас она не особо работает, и больше она не особо работает. Так, сначала будет кейс, а потом ключ к нему. Правильно? Да, еще по телефону ему тогда. Красно! Ах, так. Дальше. Призма один. Любой. Стой, давай одну капсулу, а потом кейсы. Мне так неинтересно. Сначала разогрев. Нет. Кейсы. Это красотка кафе. Да не, неинтересно. Это называется первый фантом. А вторым. Че, вот какой-то первый труп. Первый самый красивый, самый хитрый дроп. Блять, лет, ну на, че вон. Почти. Вообще закалённая. Ну слушай, ну хотя бы как-то... 160 рублей? 50 рублей. Что ты там дринкаешь? 50 рублей. Это я дринкаю. Телефон поганый. Я на уши. Такой, это не могу даже там вот, даже ключа. Я же говорил, 160 рублей. Анимай. Давай, открывай сейчас призму. А ты сегодня капсулу будешь открывать? Да, сейчас вот кейс. Вот так вот. Любезно поставил Димчик. Давай. Вот в описании. Ебанька. Пойджапка. Жапка? Пойджапка. Там работает. Ну, он выкинул тебе по 2000. Спасибо, за пойджапку. О, клеер, кстати. Ой. Все, о, конфетка. Давай по моей тактике. Какой? Напиши, когда будешь открывать кейс, напиши потом на клавиатуре Ясо Ям. Нет, консоль открой и загрузи. Открой консоль и загрузи дроп. Нифига себе, Ясо Ям как сработал классно. Какое качество он может стоить? 400 рублей. Нет, это не 400 рублей. 200 рублей. Нет, 300 рублей. Так не всех. А чё, розовый фиолетовый так можно? Я ещё думал, ещё сисенька, я открою решающие перчатки. Нет, сейчас открывает призма один. Один? Да, нет. О, нет. Потом призма два, а потом... Сейчас. И загороди дроп, главное. Дроп. Это загороди. Консольчик. Как радар? Вот так вот? Консольчик. И полностью загороди. Полностью. Да полностью. Даже низ надо было закрыть. Вот он только даже низ. Первый символ. Ты сказал, что минус два перчатки. Полностью загрузить, полностью загрузить косточки. Чтобы даже низ не было видно. Синька. Да, синяя штука. Качество красивое. А, так. Дальше плохо полетели. Вторая. Да, и полностью, сразу консоль открылась.
Правильно? Стёрла. Правильно. Да, молодец. Немножко, можно так чуть-чуть увидеть. Пол. Вот это нихера. Я для этого. А, не сука. Бескрёмненькая. После полевых. Так, ну что могу сказать? Кажется, это было полное дерьмо. Кровь? Ну слушай, по моей тактике купилась, так что ничего не знаю. О, смотри, Андрей не верит... Плохо, да. Андрей не верит в Бога, поэтому... Бог любит Троицу, и первые три капсулы открой фастом. Слушай, я так на живо вивал, то есть открывая не фастом. Просто... Артём. Три кейса открывая, плюс ноль. Потеть. Так, первые три кейса, да? Капсулы. Фастом, да. Раз. Ну, а то пухля. А то пухленько. Пусть не пухленько. Чё, какие-то пора? Понял. Нормально. Так, ну все, три киса открыли фастом. Три киса не фастом. Да, только чехолок летает. Прикольно. Мне не прикольно. Так, могу сказать точно, что в следующем открытии не выпадет ни красная, ни фиолетовая. Ну, не розовая. Не розовая. Розовая не выпадет. Спасибо. Не, все бумажки стоят 12 рублей. Поэтому не... Ну, первые 10 тебе холод. Первые 10 тебе не выпадет холод, это 100%. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, поехали. Дай кулаку, хранилище, сука. Да, в РМР, суй. Тихуй. Хай. Не попадает за несколько холод подождя. Ава. Ну, я был бы не против, если мне было бы холод. Пойти вот. Ава стоит агент. Я не понял. Я не понял. Тоже дорогой. Я не понял. А где холла? А я понял. А холла будет? Да, будет. Не будет, я же сказал. 6, 7, 8, 9, 60. Не будет. Да, сейчас такое 10, мы сказали, первую 10 не будет холла. Да, видишь, опять. Наёбочка. Дай по свету. Наёбочка, отсквись. Потому что это холода. Потому что твои как купили капсулу одну. Меня купила, если ты продашь, она меня купила. Грязную я купила, чистыми нет. И последнюю. Ну давай, давай. Наверное, последнюю. Вообще ничего не было. А следующий... Раз, два, три, со следующей 10 две дропнутся. Со следующей 10 две дропнутся. Договор расторгнут. Го, шестерку откроем быстро. А закончилось все тем, что ничего давай. Не было, и теперь Андрей нам каждому нет, должен... Давай, шестерку быстро. Ноль холла. Шесть быстро, ноль холла. Бакмут, полетели. Бакмут, давай, полетели. А. Вот нет доступных действий. Капсула багнулась. Вторая. О, терпел-то. Понимаю. Из одной капсулы две наклейки, только будет века. Опять. Багнулось. Нет доступных действий. Найс наклейка. Понял. Ой, найс капсула. Четвёртая. И пятая. Да блядь. Я сказал ноль. Продолжает байтиться. Понял. Реально, хуй он не падает. Так, здесь все две холла. Ну давай, холла. Две. Холла. Холла курочку хочу. Холла. Курочка. Да, сейчас 5 медленно и 5 быстро. И те две холла. И последний кейс используй хесаем. Вторая капсула. Третья капсула. А хесаем это вообще как? Первая, вторая, третья, четвертая, наверное. Я правильно считаю? Да, четвертая. Да, ладно. Ну почему они пролетают, они упадают? Главное, что курица. Сейчас пятая, и там вот после этой все ладно, будет. Ну пять будет, нет, после этой пять а будет. А это гордый куриц. Сейчас пять быстро. Да. Первая. Курочка, ты так хотел. Еще одна курочка. Ты хотел. Третья. Как много курочек съел? Четвертая. Ноль холла. Вопрос. Где моя холла наклеечка?
Одна хола тебе выпала. А вы где думали? Он потратил. Так, открываем дальше с Хисаемом. Он потратил у меня немного денег. Я написал Хисаем, я успел. А чё, а чё? Нет. Или там. Написал правил. Да не, слушай. Вот эта вкладка не та, слушай. Проверим. English стоит, не, все правильно. Чё, не боже мой? Походи. А ты Enter так нажал? Да, нажимаю Enter. Хисаям пишешь через H или через X? Конечно, через H. Попробуй через X. Через X. Нет, через X. Попробуй. Писал. Йо. Пушку договор, я не забыл, я не знаю. Две капсулы оставить, вы о чем? Ну, через X. Слушай, пиши в консоль, пиши в консоль. Попробуй сейчас Хисаям, одну капсулу Хисаям в консоль через X, а вторую через H. Не, а вторую плюс мани в консоль. Через X, нет, через X. Хисаям написал. Хисаям. Вот, а вторую через X, вторую через X. Так. Хисаям, да. Ясно, Вайпер не шахит, все с ним понятно. Правильно. Да. Быстро открываем, быстро. Давай же фасмот. Чё? А я думал, что он шёл Хисаям, не ухаялись. Зато мне... Вот Хисаям. Вот он Хисаям. Нет. Да, так раз. Одна хуйка, вот через 37 капсул. 37 капсул, одна хуйка. Боже мой, Саня. What the fuck? Блять. Что это? Я хотел замолчить. 600 рублей. Все, я потратил. 37 на 76. 2 800. Минус 623. Это 2 189, чел. Ты о чем? Это столько мне минус сейчас. Еще если я выберу вот это вот все, то мне выплыть из кейса добавок. 3900. Вопрос. Хороший вопрос. Я на него взял и не буду. Так, теперь, так как нам было полное говно, я продал немножко шлак и купил немножко другого шлака. Поэтому пробую открываться здесь. Возможно, выпадет скажем, золото. Или металл, или тайлом металл. Золото. Но продать полное говно. Почему? Потому что... Ну, всё. Это второе говно. Кажется, классно. Так, ну я что, я правда не отчаиваюсь? А тебе ничего не выпадет. Не спойлерено здесь. Бик. Оп, упала, супер, я через твой инвентарь подходила. Не так спойлерит. На таких обычно мутим, знаешь ли. Оо, 150 рублей, неплохо. Я не спойлерил, потому что я ничего не делал, смотри. Неплохо. Так, повезло. Дальше. Капсула кент. Давай на эксключи. Открывай, не знаю. Я в твоем моменте включи. В золоте. Обновить. Понял. Опсенька. Водина я в золоте. Ладно, последняя. Там попадает очень много фойл и впадает в муха. Конфетка. О, да, это муха. Не. Книга фойл. Так, ну теперь все, мы будем заканчивать. Мы с пацанами разносим район, наши подруги разносят бухло. Бойся нас, сука, ведь мы легион. Ты думал, что сдох, но то был мой флоу. Поделимся, твоя надежда на ной. Кладу на биты, будто лёд толстой. Тебе еще рано вставать с нами строй. Дел никаких не имеем с тобой, бич.